Привет, друзья! Сегодня первая тренировка, силовая тренировка у меня в этом новом году. Сейчас немножечко поприседаю, а вас попрошу в комментариях к этому видео напишите, какие темы, какие вопросы вы хотели бы, чтобы я разобрал в этом году в первую очередь. Я прочитаю, отмечу, и мы обязательно эти вопросы в ближайшее время разберем. Ну а теперь приседания, погнали! В первом подходе взял штангу весом 150 кг. Сделал 5 раз. В принципе, для меня это уже не такой большой вес. Делаю его достаточно легко. Кстати, раньше я в первом подходе брал штангу в 130 кг. И делал, ну, тоже было для меня достаточно легко, но это был такой первый такой тяжелый подход. Сейчас для меня вот уже это 150. Следующий подход 160 кг. Тоже на 5 раз, ну, здесь тоже, в общем, никаких проблем, но нужно отметить, что 4 и 5 повторение в этом подходе немножко завалил спину, но это больше из-за того, что не настроился на подход, думал, что будет тоже достаточно легко, но нет, здесь немножечко начало придавливать, поэтому получилось как получилось. Третий подход повесил 170. Тоже планировал сделать 5 раз, но опять же почувствовал, что достаточно тяжело пошло, поэтому остановился на 3. Видимо, все-таки перерыв, праздничный перерыв дал о себе знать. Ну и заключительный подход, немножко накинул, 2,5 килограмма. Тоже сразу же уже запланировал сделать 3 раза, потому что 5 повторений немножко здесь все-таки было бы тяжеловато. Поэтому остановлюсь пока на 3. Вам, друзья, всего хорошего, удачных тренировок. Завязывайте уже отдыхать, выдвигайтесь в спортзал и начинайте работать. Пока!